Станция рабочей силы. Сейчас вы находитесь в нашем новом производственном центре. Замысел в том, чтобы создать некий рабочий механизм, в котором все мы будем что-то производить. Что это за что-то, я вам пока сказать не могу, так как это секрет. Прежде всего, я хочу узнать, как именно функционирует каждое рабочее место. Наша сегодняшняя задача – протестировать все рабочие места. Я хочу, чтобы каждый своим собственным телом прочувствовал те движения, которые вы будете выполнять во время работы. Ясно? Сам продукт нас не сильно волнует. Вы должны точно выполнять необходимые действия. И главное, прислушивайтесь к своим ощущениям. Как двигаются мои руки? Устают ли у меня плечи? Болит ли у меня спина? Это нужно, чтобы все понимали, каково работать за каждым местом. За каждым рабочим местом нужно проработать по 2,5 минуты. И когда вы заканчиваете, нужно прилепить вон те оранжевые стикеры на те части тела, которые у вас, возможно, будут болеть или сильно устанут от работы. Хорошо? Итак, один из вас будет работать. Да, я вижу, вы уже подготовились. А другой будет отыгрывать роль, ну, грубо говоря, злодея. Он будет следить за тем, чтобы его партнер выполнял работу правильно. Кто-то из вас наверняка будет немного жульничать. Так что здесь нужно быть строгим, как настоящий начальник. Но потом начальнику тоже придется работать. Так что не переусердствуйте, иначе у вас потом будут проблемы. Хорошо, я дам стартовый сигнал. Ну что, все готовы? Готовы? Все поняли, что нужно делать? Да? Начали! Возьмитесь за руки. Крепко возьмитесь. Встаньте лицом к лицу. Нет, спиной к спине. Да, спиной к спине, вот так. Руки чуть поднимите. Сделайте волну. Теперь опять лицом к лицу. Теперь сделайте примерно вот такое движение. Это как-то нелогично. Ну ладно. Вот так? Смотри, вот так. Если я руку продену вот так что ли? Попробуй узел сделать. Все так же, как было. Это как хореография, но какая-то беспорядочная. Здесь нужно постараться мыслить нестандартно. Может, вот так? Нет. Отлично, спасибо. Спасибо. Ты молодец. Нет, извините, это не мне судить. Нет, мы тебя послушаем. Мне очень понравилось. У тебя отличная речь, и ты хорошо высказываешь свои мысли. Красиво написано. Да. Да, очень красиво. Все согласны? Текст был очень яркий. Да, действительно яркий. Еще замечание, Жасон? Ну да, очень яркий текст. Еще персонажей было много, и концовка тоже смешная была. Хорошо. А что вы можете сказать о ее речи и манере подачи текста? Наверное, надо было попытаться сделать так, чтобы нам было проще отличить одного персонажа от другого. Хотя нам все равно было понятно, кто именно говорит и когда персонаж меняется. Да, хорошо. Насчет того, что твой, как бы, персонаж, который говорил, сказал, что мы должны что-то там понять. В такой ситуации, когда ты читаешь свой текст ясно и отчетливо, обязательно ли тебе вообще что-то понимать? Я не поняла. Когда ты читаешь, чтобы все могли тебя понять, нужно доходчиво изъясняться. Именно. Давайте, осталось 15 секунд. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, получай бонусы, делай ставки и выигрывай. Когда закончите, все элементы нужно будет снова положить на свои места. Все, закончили? Отлично. Спасибо, вы все отлично поработали. Не забудьте приклеить стикеры.
Перед тем, как идти на другое место, приклейте стикеры. Начальники, проверьте, что все выполнено как надо. Ну как руки? Ничего не болит? А плечи? Тоже? Все, можете вставать на следующие места. Самое главное не то, что вы хорошо узнаете друг друга и, возможно, станете друзьями. Самое главное то, что вы узнаете сами себя. У вас появится возможность поговорить о самих себе, о своих компетенциях, навыках, слабостях, потенциале. Вы узнаете больше о своих физических и умственных способностях, о своем круге интересов, о том, что вам нравится делать, и о том, что не нравится. Открывайте ваши папки. Вы готовы? Да! Вы хорошо себя чувствуете? Да! Пойдемте. Мы опаздываем на собрание. Мы бежим. Внимание. Открывается дверь. Налево. Направо. Налево. Внимание. Улыбайтесь. Все вместе. Команда. Команда. Работа. Работа. Теперь печатаем. Печатаем. Закончили. Телефон. Телефон. Звонят все телефоны. Давайте, давайте. Бежим и улыбаемся. Быстро и безопасно на сайте казино Мелбет.
безо всяких проблем. После того, как я отделю плечи от туловища и отрежу ноги примерно на уровне бедер, мы сможем достать позвоночник. В этом месте он очень прямой. И именно здесь вы увидите небольшую дырочку. Через нее можно достать до костного мозга. В эту дырочку я введу свою иглу. После этого можно будет вытащить все кости и разобрать позвоночник на каждый позвонок. Шеф, а голова все еще на месте? Так, что касается головы, то здесь есть одна большая проблема. Верхние позвонки очень прочные. Так что нужно найти, где находится межпозвоночный диск. Затем мы берем нож. Нужно нанести один сильный, но точный удар между двух позвонков. И тогда голова отвалится сама. Если что, я себя отлично знаю. Да, но знаю ли вас я? Нет, наверное, но я ведь здесь не одна такая. Заходите. Да, меня зовут Золанж. 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 Но ведь все-таки вы здесь из-за того, что вы хотите кого-то найти. Как и все остальные, я здесь ради разрешения на работу. А уже потом я хочу отправиться навстречу новым приключениям и целям. И желательно как можно быстрее. Вам следует быть более осторожной со скоростью. Не путайте скорость с быстротой. Вам нужно научиться анализировать вещи. Хорошо? Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, достаньте лист бумаги из вашей папки, сложите его пополам и напишите на нем ваше имя. Будьте добры. Хорошо. Я прошу прощения. Все хорошо. Сейчас будешь делать? Не знаю, я ведь теперь могу делать, что хочу. Да? Так странно, что наши жизни будто должны начать заново. Да, это очень странно. Здравствуйте. Добрый день, месье. Я записывался к месье Легран. Хорошо. К вам посетитель. Хорошо. Вас уже ждут, месье. Двери закрываются. Итак, мы начнем с прочтения одного документа. Хорошо? В этом документе изложены все наши задачи. Все, что мы будем делать, и то, как мы этого добьемся. И по этому поводу мы проведем дискуссию.
То есть нам нужно общее согласие? Это же просто договор о стажировке. Это договор о стажировке, который определяет наши общие обязательства. Этот договор подписывается вами, мной и организацией, которая осуществляет управление. Я сегодня уже произнесла эту фразу. В своих проектах вы и авторы, и актеры. Этот проект ваш, и ответственность ваша. У меня вопрос. Слушаю. Мы можем изменить некоторые пункты договора? Нет. Контракт окончательный. Таково правило. То есть мы либо соглашаемся, либо... Когда вы приходите в какую-либо компанию, вы подписываете трудовой договор. И в нем указываете, что работодатель обязан обеспечить вас работой, а вы обязаны ее выполнить в обмен на некую сумму денег. То есть в обмен на зарплату. А если условия работы были заранее обговорены, а в контракте? Нет, нет, условия работы — это другой вопрос. Я, наверное, готов выразить все наши предложения. Нет. Все ваши предложения мы рассмотрим позже. Пока что вы можете составить их список. Итак, обсуждение окончено. Я с каждым из вас проведу индивидуальную беседу, на которой мы подпишем этот договор. Все остальные стажеры будут ждать снаружи, в фойе. А я по одному буду вызывать вас к себе. Жиль, вы бы хотели начать? Да, конечно. Прошу вас оставить нас. Спасибо. Вся эта стажировка такая странная. Да. Назначили бы они нам какой-нибудь дедлайн. Да, так было бы гораздо лучше. Хотя у меня, наверное, и так все получится. Я вроде неплохо умею общаться с людьми. Да, и вообще большинству людей как-то проще взять себя в руки, когда есть какой-то конечный срок. Ну, возможно, они так изначально и задумывали. Но, по-моему, все и так нормально. Так что я не переживаю. Мы даже не знаем, будет ли это через месяц или... Без понятия, без понятия. Смотри, Флоренс. Дай я на кнопку нажму. Свежую кровь подвезли. Вкуснятина. Отлично, какие они все миленькие. Посмотри вон на ту девушку. По-моему, она очень даже ничего. Может, подойдешь к ней? Думаешь? Ну да. Ну хорошо, попробую. Ну давай. Бонжур, мадам. Меня кто-то опередил. Да, я вижу. Обидно. Видишь того парня? Ага. Я за ним уже пару недель слежу. Он точно что-то недоброе задумал. Ты серьезно? Так странно. Я заберу твою душу. Внизу находится большое просторное кафе. Точка. Столики на одной ножке, зеленые и белые стулья. Точка. Там сидит около 10 стажеров, запятая, и некоторые из них нам уже знакомы. Мы слышим звук приближающихся шагов. Несколько людей в белых полиэтиленовых халатах заходят в кафе, спустившись по лестнице. Они несут подносы, на которых лежат небольшие деревянные фигурки. Красные кубики, синие шарики, зеленые пирамидки. Они начинают раскладывать их по столам, заканчивая свой разговор. Красный шарик, да. Красный шарик падает со стола на бетонный пол, что создает очень громкий шум. Красный шарик падает с потолка, уже другой, типа резиновый и побольше. Красный шарик падает с потолка, и в кафе заходят еще стажеры. Кто-то из стажеров пинает этот шарик. Потом на пол падает еще один шарик, потом еще один. И вот уже падает целое море разноцветных шариков. Люди начинают отгонять все эти бесчисленные шарики от себя. Будто это не я написал, извините, это звучит как бред шизофреника. Кто-то начинает бросаться шариками. Золанж кладет шар себе на локоть и показывает небольшой акробатический трюк. Луи, то есть я,
надевает гигантские рабочие перчатки, чтобы схватить сразу много шариков. Напевая грустную мелодию, Альбер привязывает шарики к длинной ленте, отчего хаос только нарастает. Шарики лопаются, официант спотыкается, деревянные фигурки разлетаются по полу. Два человека, одетых как лошадь, то есть одетых как лошади. Два человека в костюмах лошадей. Так, стоп. Они вдвоем одну лошадь изображают? Тогда два человека в костюме лошади. То есть у них один костюм на двоих? Да, точно, я об этом не подумал, спасибо. А кто это все написал? Я написал. Может, твоя девушка? Так, дальше. Не подставляй меня. Лошадь проходит рядом со столами, здоровается с людьми и бьет копытами. Флоренс. В солнечных очках потрясывает своим красным платьем в белый горошек, чтобы привлечь внимание лошади и угостить ее кусочком сахара. Прикольно. Высокие коэффициенты, моментальные выплаты, лояльная поддержка игроков и множество бонусов на выбор даже самого искушенного игрока. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, делай ставки и выигрывай. Сейчас мы находимся в отделении истории. Здесь мы в упрощенном виде законсервировали некоторые методы, которые применялись в прошлом. Мы покажем вам один эпизод из тех времен, когда наука об управлении человеческими ресурсами только зарождалась. Это месье Тальё. Он целыми днями выполняет одни и те же движения. Однако время его ограничено. Скорость была выставлена в соответствии со средними человеческими возможностями. Поскольку для таких заданий мысленные усилия были не нужны, тренировка была очень простой. Механизм, который вы видите, должен был подготовить работников к выполнению репетативных и несвязных действий. Он тренировал их выносливость, концентрацию, а также способность работать в гармонии с машиной. Потенциал развития был огромен. Вскоре подобные методы были улучшены. Но зато он в хорошей форме, да? Здесь вы увидите аллегорию. Вы, наверное, уже поняли смысл этой аллегории. В старые времена, когда работа была тяжелой и монотонной и не приносила работникам удовольствия, единственным утешением была зарплата. Месье, у вас не найдется кусочка сахара для лошади? Я милостыню не даю. Вообще уже, что ли? Пойдемте. Прости, не хотел напугать. Ничего страшного. Я просто искал... Да я знаю, знаю. Я просто хотел сказать, что когда мы вдвоем ходили на тот курс... Как он, кстати, назывался? Не знаю. Я бегаю с одного курса на другой, как почтовая лошадь. И эта лошадь смеется. Что меня впечатляет в тебе, Альбер, так это то, что в нашу обыденность ты всегда привносишь какой-то сюр. Это помогло мне взглянуть на вещи по-другому. А
Аиша, не забывай, ты теперь свободна. Я знаю, Тама. Ладно, товарищ, мне пора. Ты коммунист? Смешной ты. Кто-нибудь хочет высказаться о том, что прочитал нам Луи? Это была какая-то фантазия, будто сон. Хорошо. Все было как-то нереально, простите. По-моему, это как-то странно, что он себя называл Луи, а не просто я. Хорошо. И что это нам говорит о его личности? У него диссоциация? Возможно, неприятие. Непринятие чего конкретно? Неприятие того, что он видел. Он хочет посмотреть на себя со стороны. Да, совершенно верно. По-моему, очевидно, что не он писал этот текст. Ой, да пошла ты. Вот только оскорблять меня не надо. Успокойся уже. Пожалуйста, продолжайте этот разговор. Это было очень интересно. Что произошло, когда ты дала нам свой комментарий о том, что нам рассказывал Луи? Какую позицию Луи занял в этот момент? Он меня оскорбил. Хорошо, запомнили. Но что он сказал прямо перед этим? Он согласился с нами. Но согласился ли он на самом деле? Всем кажется, что он согласился. Заметили ли вы кое-что очень важное? Но он сказал, что? Что его текст отличный. Я такого не говорил. Когда вы начали высказывать свое мнение, произошло нечто интересное. Вы не слушали друг друга, так что сделал Луи? Он слушал себя. Вообще ничего не понимаю. Вы недостаточно внимательны. Луи читал свой текст, а потом, когда он закончил, и я попросил вас высказаться, что он делал? Он молчал. Отлично, Луи. Он молчал. Молчание очень важно. И я хочу, чтобы вы прокомментировали его молчание. Прекрасное молчание. Замечательное. Он ждал, пока мы не выскажем свое мнение. Поэтому и молчал. Что это молчание говорит нам о личности Луи? Ему было неловко, и он ждал, пока мы не оценим его выступление. Да, хорошо. Но я хочу, чтобы вы копнули глубже. Что это говорит нам о нем как о личности? Я думаю, ему не хватает уверенности в себе. И почему же? Потому что он волновался из-за того, что мы скажем что-то плохое. Он не только волновался, но и... Хорош чушь всякую пороть. Ты хоть сама поняла, что вообще сказала? Он включил все свое внимание, чтобы вас выслушать. Но зачем ему быть таким внимательным? Будьте критичны. Затем, что ему хотелось узнать, что мы скажем. Да, правильно. Но что это говорит нам о его личности? Ему нужно внимание? Он нуждается в чужом мнении? Да. То есть, о чем идет речь? О каких качествах? Эгоцентризм и нарциссизм. Хорошо. Но он ведь просто слушал. Я прошу вас провести связь между текстом Луи и манерой, с которой он нам его зачитывал. Пожалуйста, я вас слушаю. Форма и содержание хорошо друг с другом сочетались. Почему? Потому что звучало так, будто он сам не знал, о чем он писал, если это вообще он писал. То есть это не я написал? Хорошо, еще. Он будто не хотел читать. Вот так, в бороду читал. Подожди, у меня нет бороды. Ну, в усы, хорошо. Так читать в бороду и читать в усы — это две разные вещи. Еще он добавлял комментарии о том, что сам только что прочитал. Точно. И зачем он добавлял эти комментарии? Разве это нормально, когда читающий комментирует то, что он читает? Значит, он волновался? Да, ему было неловко. Значит, просто текст не я написал. Луи, сейчас тебя никто судить не будет. Но я бы хотел, чтобы ты взглянул на свое выступление со стороны. Постарайся его оценить, но сильно не дистанцируйся. Как по мне, это было превосходное выступление, как, кажется, кто-то уже сегодня говорил. Форма и содержание были вплотную связаны друг с другом, была соблюдена полная гармония. Было такое впечатление, будто слушаешь хорошую музыку. Так, и еще... Почему ты был таким отстраненным? Отстраненным? А, отстраненным? Сейчас объясню. Спасибо, Луи. Уже достаточно.
И как Луи отнесся к нашему упражнению? Для него это будто игра. Да, он будто играет с нами. Он держит себя на дистанции. Да, он не вовлекается. Он себя так защищает. Хорошо. Я думаю, с выступлением Луи мы уже закончили. Правда? Так быстро? Да. Послушаем вас, Жили. Мне интересно, что вы написали. Прошу вас, начинайте. Хорошо, с удовольствием. Сейчас все прочитаю. Итак, перед нами кафе. Но в этот раз в нем практически никого нет. Толпы посетителей уже разошлись. Заняты лишь 3 стула, стоящих за одним столом. На одном из них сидит Флоренс. Я представляю ее себе в красном платье. На втором сидит Тома, которого сегодня нет, а на третьем я. Мое внимание полностью поглощено едой. Я усердно собираю вилкой горошины. Сам этот процесс мне кажется забавным. Итак, я обедаю. Тома поднимает бокал шампанского, в котором плавают кусочки клубники. Очень приятный коктейль. Сам Тома смотрит в никуда. А Флоренс, заигрывающе, говорит Тома: «Мы могли бы продолжить наш разговор, сидя спиной к спине». Затем она двигает свой стул и садится спиной к спине Тома. Она кладет свою голову на его плечо, и их лица практически прижимаются друг к другу. Флоренс, ну в этот раз открой свое сердце. Тома, для этого ты должна назвать ключевые слова. Флоренс, то есть слова-ключи к твоему сердцу, я за всей этой сценой наблюдаю с самого начала. Я беру вилку и прокалываю ей зеленый шарик. Бам! Революция. Пожалуйста, снимите наушники, чтобы посмотреть следующий эпизод. Это следующий пример. Дюпон, Пьер. Присаживайтесь. Перед вами несколько кубиков. У вас есть 10 секунд, чтобы собрать как можно больше башенок, состоящих из 3 кубиков. Время пошло. Закончили. Перед вами лежат гвоздь, доска и молоток. Что вы сделаете с этими вещами? 15 секунд. Время пошло. Закончили. Перед вами гайка и болт. Какое действие вы совершите с этими предметами? 20 секунд. Время пошло. Закончили. Спасибо. Спасибо. Дюран Поль. А
Пожалуйста, надевайте наушники. Экскурсия почти закончена. Все люди разные. В нашем обществе каждый индивидуум должен обучиться гармонии и терпимости. У всех людей есть потенциал. И это был один из способов проявить этот потенциал и дать каждому возможность найти наиболее подходящую работу. Участие в процессе номер 21. Возвращайтесь на первую страницу. Это органиграмма. Это отображение целого общества на бумаге. Руководитель отмечается буквой А. Далее вы видите его помощников, буквы Б и С. И, наконец, ваши коллеги, цифры 2, 3, 4 и 5. А номер 1 — это вы. Я также хотела добавить точку зрения менеджера. Все-таки они слишком часто забывают. Да, то, что вы решили добавить сразу два уровня, говорит о многом. Да, мне показалось, что дистанция между объектами слишком высока. Но вы могли отструктурировать вашу схему по-другому или иначе выразить свое видение. Почему вас волнует именно это? Дистанция — ваша личная проблема? Ну, дистанция ведь существует, но ее все-таки нужно преодолевать. А вам кажется это трудным? Не слишком. Но, например, принято считать, что менеджеры держатся на дистанции от остальных. Я думаю, если бы они чаще взаимодействовали с другими работниками, это бы обогатило их опыт. В вашей вселенной все кажется маленьким. Я считаю, что ваш подход говорит либо о комплексе неполноценности, либо наоборот, о глубоком нарциссизме вашей личности. Думаю, и то, и другое неверно. У вас проблемы с самоопределением? Нет. Мы все еще честны друг перед другом? Да, я всегда стараюсь быть честной. Вам кажется, у вас это получается? Или вы сомневаетесь в своей честности перед собой? Все ведь иногда сомневаются в себе. Да, но я спрашиваю вас. Да, меня иногда посещают сомнения. Сомнения в себе? Сомнения в собственном образе. И в том, насколько он сочетается с тем, как меня воспринимают другие. То, как вас воспринимают другие, давит на вас? Думаю, я могу отличить справедливое разочарование со стороны тех, кого я, возможно, подвела, от банальной злобы в свой адрес. Можете привести пример того, как чужое разочарование приносило вам боль? Ну, так правильно? Все так же, как и было. Мне только одну ногу поднимать. Вот. Давай, давай, вот так, отлично. Подожди, давай обратно. Вторую ногу не двигай. Это как хореография, но какая-то беспорядочная. Здесь нужно постараться мыслить нестандартно. Закинь ногу. Да, тут либо так, либо она застрянет. Давай. Хуже стало, да? Я бы сказала, что у меня хорошо получается мотивировать людей на достижение их целей.
Не забывайте, что нам нужны профессиональные навыки. Или такие навыки, которые повысят качество вашей работы. Да, именно об этом я и думал, месье Легран. Констанс, кофе. Вам тоже, месье Шевалье? Мне только воду, спасибо. По-моему, эта девушка идеальный пример того, как реагировать правильно и вовремя. Она всегда знает, как нужно себя вести. Смотрит на вещи трезво. Она умна и аккуратна. Просто идеально. И выглядит тоже неплохо, да? Уверен, в будущем у нее никаких проблем не будет. Ни с карьерой, ни с личной жизнью. Давайте лучше поговорим о будущем рынка труда. Точно. Я об этом уже целую вечность говорю. Помню, как я стоял на баррикадах и сражался за наше будущее. Но меня тогда никто не слушал, совершенно никто. Нельзя остановить будущее, но мы должны взять его в свои руки. Да, что касается будущего, требования меняются, и мы как-то должны к ним адаптироваться. По-моему, вы очень хорошо описали проблему, с которой мы имеем дело. Она идеальный пример того, как реагировать правильно и вовремя. Вы заметили, что я сказал «реагировать»? Из того, что я видел и слышал от наших партнеров, основная масса ваших продуктов идеально подходит для выполнения любых заданий в любых обстоятельствах. Но обстоятельства меняются. Как вы знаете, сейчас по всему миру масштабы конкуренции растут. И это я даже главную виновницу не назвал. Глобализация. Я о ней давно предупреждал. Нужно внимательно следить за Китаем. Китай — это важный игрок, но нас уже давят и другие. Они уже на шаг, а то и на два впереди нас. Возвращаясь к моей мысли, реагировать недостаточно. Нужно управлять. Мы должны быть на шаг впереди. Как говорил Ленин, один шаг вперед, два шага назад. Для этого нужно действовать независимо и наперед. И от этой организации нам нужен один единственный результат. Нам нужны люди, которые смогут быть на шаг впереди. Стандартизация все ближе и ближе. Роботам быть легко, гораздо сложнее быть самим собой. Мы хотим, чтобы именно этому вы научили тех, кто пройдет через это учреждение. Да, еще у нас есть экспериментальная программа, которая, по нашим оценкам, имеет очень позитивное влияние на индивидуальные тренировки. Это замечательно, но этого мало. Нам нужны не просто индивидуальности, нам нужны те, кто сможет нас удивить. И удивить не только нас, но и самих себя. Они должны удивляться своим возможностям. Разумеется. Здесь все каждый день поражаются собственным способностям. Они должны удивляться самим себе, а не заданиям, которые мы им даем. Они должны осознать свои задачи. Они ведь не просто коробки, набитые навыками. Они живые люди, желающие реализовать свой потенциал. Их желание нужно выполнить. Дзинь-дзинь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, набираете ли вы сейчас сотрудников? Я бы хотела вам помочь, но я всего лишь секретарь. Да, конечно. Знание распределяется в порядке иерархии. Могу я поговорить с тем, кто мне все расскажет? А что именно вам нужно? Я свяжу вас с отделом кадров, но на какую должность вы хотите попасть? Думаю, моя квалификация подходит для любой должности. Также я считаю, что могла бы принести выгоду вашим акционерам. Кстати, как вам ваша работа? Неплохо, хотя скучновато иногда. Вы что, хотите занять мое место? Нет, я просто хотела узнать ваше мнение. Мне нужна работа. Я готова на все. Я могу предложить вам свой мозг, нервы, мышцы, руки. Я вся в вашем распоряжении. У нас не мясная лавка. У компании есть некоторые ценности. Мне нечего терять, кроме своих цепей. Хорошо, хватит. Что скажете? Роуз не совсем правильно ведет разговор. Она говорит: «Здравствуйте, я готова ко всему, возьмите меня, я могу делать все, что угодно». И сразу такое впечатление, что у нее нет никаких навыков, но она готова выполнять любую работу, потому что ей срочно нужна работа. То есть она не смогла передать то, что хотела сказать? Да, потому что нужно продать себя. А так, я думаю, ты сразу же останешься без шансов.
Вы согласны с этим? И да, и нет, потому что у нас все равно есть какие-то навыки. Нет, дело не в этом. Но она не знает, как правильно их подать. Мне так показалось. Но ведь кажется, что у нее их вообще нет. Здравствуйте, я знаю много всего. Это звучит настолько туманно. Тогда, может, надо придумать способ чувствовать себя комфортно в такой ситуации? Мне кажется, что перед таким звонком нужно выписать на бумажке все, что ты будешь говорить. Все твои навыки и способности. Чтобы ничего не упустить. Когда говоришь по телефону, часто забываешь, что хотел сказать. Значит, нам нужна ручка и бумага. Хорошо. Да, иначе ты все забудешь. Еще что-нибудь? Еще нужно следить за речью. А какие у Роуз были проблемы с речью? Она часто говорила «могла бы», «просто». И ее «я готова на все» очень... Да, звучит очень расплывчато. От таких формулировок лучше отказаться. Это потому, что она сама не понимала, чем хочет заниматься. Поэтому она не могла говорить более конкретно. Хорошо. По интонации есть какие-нибудь замечания? Она была ровной. Спокойной. Монотонно, да? И голос у нее был какой-то слабый. Ты считаешь, что у нее был слабый голос? Ну, в нем было мало уверенности. Тут нужно учитывать то, что разговор происходит между всего лишь двумя людьми. У телефона есть микрофон, громкость которой можно повысить, так что не нужно говорить слишком громко. Где бы я ни был, быстрые выводы и высокие коэффициенты всегда со мной. Ставка. Выигрыш. Мелбет. Громко. Обратить внимание нужно на кое-что другое. Наверное, на энергию. Правильно, на энергию. И на то, как эта энергия отражается в вашем голосе. При телефонном разговоре это очень важно. Нужно быть уверенным в том, что ты говоришь. Нужно быть уверенным в том, что ты говоришь, но еще... Нужно улыбаться. Улыбаться, совершенно верно. Это крайне важно. По телефону слышно все. Ваши эмоции, ваши ощущения. Лежите вы или стоите, или... Может, сидите. Слышно все. Странно, что ключевые слова звучали не слишком естественно. И насчет ключевых слов, о которых мы говорили. Она вставила их в разговор, но они звучали не слишком уместно, даже как-то неестественно. Да, неестественно. Да, об этом тоже надо поговорить. Роуз, на самом деле вы не ищете работу. Роуз предлагает свои услуги. Да, верно. Вы предлагаете свои услуги. И что касается ключевых слов, давайте вспомним, как именно Роуз их употребила. Если я правильно помню... Хорошо, давайте. Если я не ошибаюсь, первое ключевое слово было «потенциал». Правильно, потенциал. Хорошо. Надо было произнести это слово. Дальше было слово «проявить». Ага. Нужно было сказать, что ты можешь проявить себя в любой области. Адаптируемость. Да, кажется, адаптируемость. Нет, подождите. Сверхадаптируемость. Да, что-то такое. Можно было сказать «приспособляемость». Да, почему нет? О чем мы говорили? О надежности, кажется, но она вроде об этом говорила. Правильно. Да, о надежности, квалификации. Она как-то вплела эти слова, но... Надежность и квалификация? Да. Но они звучали неестественно. Думаете, неестественно? Нет, просто... Но вам придется привыкнуть к таким словам. Обойтись без них не получится. Вам придется повторять их снова и снова, раз за разом, перед незнакомыми людьми. Только так можно добиться своей цели. Так что не нужно их бояться. Попробуем еще раз. Прогоним все заново. Что меня впечатляет в тебе, Альберт, так это то, что в нашу обыденность ты всегда привносишь какой-то сюр. Это помогло мне взглянуть на вещи по-другому. Эй!
Аиша, не забывай, ты теперь свободна. Я знаю дома. Ладно, товарищ, мне пора. Ты коммунист? Смешной ты. Если я тут сяду. А если я не хочу себя продавать? Значит, ты боишься воплощать свой потенциал. Дело не в том, чтобы продать себя, а в том, чтобы найти. Познай себя и сможешь управлять своей судьбой. Хорошо. А ты себя уже познал? Разве адаптируясь к разным ситуациям, мы каждый раз не становимся кем-то другим? Разумеется, для того, чтобы играть в игру, нужно знать ее правила. Играть в игру, суть которой обман? Не всегда. Я бы сказал, суть игры в том, чтобы помочь людям раскрыть свой потенциал. А иногда для этого нужно побыть адвокатом дьявола. Почему меня не удивляют эти слова? В какую игру мы с тобой играем? Игру, для которой мы еще не придумали правила. Но мы можем выбрать свои роли. Не можем, а должны. Наблюдателей в этой игре нет, участвовать придется, хотим мы этого или нет. Проблема этой игры в том, что мы играем в нее не по своей воле. И она никогда не закончится. Не забывайте, что нам нужны профессиональные навыки. Или такие навыки, которые повысят качество вашей работы. Некоторые навыки могут быть расценены как нерелевантные или стать серьезным недостатком. Например, если я постоянно пытаюсь найти компромисс, то мне будет сложно работать проектным менеджером. Поэтому вы должны назвать два неоспоримо полезных качества и доказать их пользу. Назовите два своих главных недостатка. Недостатки. Как же сказать-то? Хорошо, сейчас сформулирую. Я бы сказала, что я упрямая. Конечно, это может быть и недостатком, но иногда это и преимущество. Потому что сейчас многим людям нужна помощь. Их нужно направить в нужную сторону, чтобы они могли идти дальше и добиваться своих целей. Так что не быть упрямым и есть недостаток. Осторожнее, это ловушка. Когда нас просят описать свои качества, мы чаще всего говорим о несвязанных с работой недостатках или начинаем оправдывать свои спорные качества, что еще хуже. Представитель компании, считающий себя манипулятором, может как угодно управлять клиентами. Правильнее всего будет назвать два однозначных недостатка, которые не помешают вашей работе в компании. А
Опишите какую-либо критическую ситуацию, с которой вы сталкивались в жизни. И какую роль вы в ней сыграли. Хорошо, я расскажу вам эту историю. Посмотрим, как вы ее воспримете. Когда-то давно мою сестру арестовали. И мне нужно было найти неофициальную работу. Просто мне надо было оплачивать ей адвоката. Ну, в общем, я смогла заработать небольшую сумму, чтобы мою сестру защищал платный адвокат, а не тот, которого государство назначает. Ну и все для того, чтобы ей дали как можно меньший срок. Я думала, она бы получила большой срок, если бы ее защищал бесплатный адвокат, у которого и так, наверное, полно других дел. И у него, возможно, не было бы времени сосредоточиться на деле моей сестры. Критическая ситуация и неудача — это не одно и то же. Возможно, в такой ситуации вы были жертвой, исполнителем или спасителем. Вы должны указать качества, с помощью которых вы разрешили эту ситуацию. Назовите свои увлечения. Можете описать их любым способом. Ну, я не знаю, как обычно принято говорить о своих увлечениях. Опишите ситуацию, в которой вы пришли к неверному выводу или совершили ошибку. Опишите ситуацию, в которой вы пришли к неверному выводу или совершили ошибку. Я самостоятельный. Привет. Я действую спонтанно, я легко приспосабливаюсь, я мобильный. Я самостоятельный, я действую спонтанно, я легко приспосабливаюсь, я мобильный. Je suis autonome, je suis spontané, je suis mobile, je suis flexible. Я свободный, я креативный. У меня множество способностей. Я знаю, как управлять коллективом. Так, нет, я умею. Черт. Я самостоятельный, я действую спонтанно. Я легко приспосабливаюсь, я мобильный. Я свободный. У меня множество способностей. Я действую спонтанно. Я самостоятельный. Мобильность, креативность, управляемость. Я знаю, как надо управлять. Нет, не так. Нет, так неправильно. Я независимо спонтанный. У меня множество мобильностей. Свобода, спонтанность, множественность, приспосабливаемость, мобильность, креативность, управляемость. Я множество коллективов со спонтанными компетенциями. Блин, нет. Да я уже все рассказал. Дайте мне это сраное разрешение. Делайте со мной что хотите, но дайте мне работу. И можете нахрен идти. Извините. Я не хотел. Извините, пожалуйста. Нет, не извиняйся. Ты такой, какой ты есть. Ты множественный, спонтанный креатив. Ты самостоятельная свободность. Вот кто ты такой. Вот кто я, блин, такой. Это все про меня. Не шутите со мной. Ты это мне сказал? Потому что это все я. Ты это мне сказал? Ты это мне сказал? Ладно. Здесь все равно никого, только ты. И твоя креативность. И твоя самостоятельность.
и твоя спонтанность. Спасибо вам за теплое приветствие. Я должен кое в чем признаться. Сегодня у меня был превосходный день. Сегодня мне выпала возможность посетить станцию рабочей силы. И я клянусь, все это было просто отлично. Мне также выпала честь пообщаться с представителем организации, история которой столь богата. Каждый из вас — часть этой организации. И каждый день вы вносите свой вклад в ее возрождение. И за это я должен выразить нашу глубочайшую благодарность. Это вы вдохнули жизнь в эту организацию. Это вы добились ее сегодняшнего величия. Вы — наше богатство и наше будущее. В нашей истории были времена и грозных бурь, и тихих ветров. Но вместе мы сможем преодолеть все преграды, что лежат на нашем пути в общее светлое будущее. В нашей истории были времена и грозных бурь, и тихих ветров. Но вместе мы сможем преодолеть все преграды, что лежат на нашем пути в общее светлое будущее. Каждый день вы исследуете глубины своих сердец и широты своих мыслей. Вы открываете свои желания и силы. Вы работаете над своими слабостями и преодолеваете их. Вы изучаете самих себя и узнаете, кто вы есть на самом деле. И в своем деле вы не одиноки. Вы знаете, что мы здесь для того, чтобы помочь вам. Здесь вы чувствуете себя так, будто вы дома. Вы окружены теми людьми, которые стали вашей семьей. В это здание вы приходите с улыбкой на лице. И эта улыбка не покидает вас даже тогда, когда вы уходите. Даже тогда, когда вы уходите. Высокие коэффициенты, моментальные выплаты, лояльная поддержка игроков и множество бонусов на выбор даже самого искушенного игрока. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, делай ставки и выигрывай. Делают все возможное, чтобы реструктурировать организацию и оптимизировать ее программы. Я им так и говорю: реструктурируйте, реструктурируйте, реструктурируйте. Но мы работаем в правильном направлении. В конце концов, даже Господь Бог не за один день Землю создал. Наши наработки изложены в досье, которое вам уже должно было прийти. Позвольте мне обратить внимание на один аспект. В досье он тоже указан. Речь об изменениях в организационной философии в сторону самоорганизации. Самоорганизующиеся системы автономно устанавливают правила обработки информации. Но это учреждение поставило перед собой определенную задачу, которая распространяется как на количество, так и на качество итогового продукта. Разумеется. Учитывая концепцию проекта, о котором вы говорили ранее, вы могли бы рассматривать индивидуумов как индивидуализированные системы. Друг мой, вся эта теория слишком серая. Но древо жизни всегда зеленое.
Я только что говорил с главой департамента. Вы даже не поверите, сколько средств министерство выделяет на научные экспертизы. Я хочу сказать, что, возможно, нам стоит рассматривать людей как черные ящики. То есть мы должны не предписывать им действия, а лишь задавать направление. Это обсуждалось в контексте постгероической теории лидерства. Хорошо, поговорим о цифрах. К сожалению, коэффициент эффективности продуктов, выпущенных этим учреждением, ниже, чем у 60% других станций рабочей силы. Нас это тоже удивило, когда мы провели глобальную экспертизу. Все-таки данные, которые мы получили от вас, говорят об обратном. Констанс, ты это записала? Также мы заметили расхождение между временем и расходами на производство продуктов неудовлетворительного качества. Да, я понимаю, о чем вы. Эти авгиевы конюшни давно пора вычистить. Нашим овцам не хватает хорошего пастуха. Овцы, черные ящики, да хоть 7 гномов. Процедуры нужно оптимизировать. Но будьте уверены, меры мы уже приняли. Некоторые из них вполне стандартные, а некоторые скорее экспериментальные. Как вы знаете, мы запустили эксперимент в некоторых учреждениях, в том числе и в этом. Это попытка разорвать устоявшиеся структуры, которая напрямую связана с моим секретным увлечением — с театром. Мой коллега сообщает мне все детали. Он подготовил сценарий одной конкретной ситуации, а также подобрал актеров. Практически всех участников подготовили к их ролям. Скоро начнется ключевая стадия. Давай. Давайте сосредоточимся на руках. Давай, красный шарик, залезай сюда. Тебе тут понравится. Привет, синий цилиндр. Ну давай, иди сюда. Хороший мальчик. Давай, запрыгивай. Очень подробный рассказ. Я заметил, что ты использовал очень много прилагательных, что говорит о твоей наблюдательности. Хотя само описание было достаточно хаотичным. Что?
Так это же не я виноват. Так получилось, потому что все занимались всем подряд. Нельзя же всех пряниками угощать. Нужно и кнутом помахать. Господи, ты надоел уже. Сидишь тут, выпендриваешься, как мелкий диктатор. Один народ, один рейх, один фюрер. Мы здесь не говорим о политике. Мы говорим лишь о вас. Мне также выпала честь пообщаться с представителем организации, история которой столь богата. Каждый из вас — часть этой организации. И каждый день вы вносите свой вклад в ее возрождение. И за это я должен выразить нашу глубочайшую благодарность. Это вы вдохнули жизнь в эту организацию. Это вы добились ее сегодняшнего величия. Вы — наше богатство и наше будущее. В нашей истории были времена и грозных бурь, и тихих ветров. Но вместе мы сможем преодолеть все преграды, что лежат на нашем пути в общее светлое будущее. Каждый день вы исследуете глубины своих сердец и широты своих мыслей. Вы открываете свои желания и силы. Вы работаете над своими слабостями и преодолеваете их. Вы изучаете самих себя и узнаете, кто вы есть на самом деле. И в своем деле вы не одиноки. Вы знаете, что мы здесь для того, чтобы помочь вам. Здесь вы чувствуете себя так, будто вы дома. Вы окружены теми людьми, которые стали вашей семьей. В это здание вы приходите с улыбкой на лице. И эта улыбка не покидает вас даже тогда, когда вы уходите. Хватит слушать эти сказки. Не знаю, что вам сегодня показывали, но уж поверьте, любой в этом зале скажет, что ваш рассказ – вопиющий бред. Бред, значит? Думаю, это зависит от точки зрения. У каждого из нас она своя. Да мы лишь крысы в лабиринте, за которыми следят безумные ученые. Лишь они знают, зачем мы здесь и что мы должны делать. Крыс никто не спрашивает, чего они хотят. Месье. Да, наш мир не идеален. И нам еще есть куда расти. Но то, что одни называют проблемой, другие воспринимают как вызов. Пока одни жалуются, другие получают удовольствие от преодоления препятствий. У нас даже препятствий нет, которые мы могли бы преодолеть. Мы здесь лишь выполняем какие-то задания, сами не зная зачем. Правильно. К нам тут относятся как к роботам. Мы ведь все здесь живые люди. У нас есть чувства и желания. Роботами не рождаются и не становятся. Ну, конечно, человек всегда был и будет главной частью нашей работы. Нам всем прекрасно известны ваши способности. И мы хотим помочь вам развить их и реализовать. Но изучение самого себя должно приносить удовольствие. Я не хочу просто тратить свои мозги, силы, нервы, руки. Я хочу реализовываться в обучении. Этот спор стал слишком философским. Я предлагаю сузить его до вашей текущей конкретной ситуации. Да. Я хочу сказать, что все мы многому здесь научились. Курсов было много, но вряд ли хотя бы один из них поможет моей карьере. Все было слишком абстрактным. Это похоже на игру. Игра работает по своим правилам, но она может многому вас научить. Игра? Так вот почему все здесь ведут себя как психи. Я думал, я здесь один нормальный. Что я понял, так это то, что даже если со всем миром что-то не так, в этом все равно есть некий смысл. Хорошо, давайте поговорим о нашей текущей ситуации. У всех есть свои увлечения. Увлечения, с помощью которых мы должны создавать для себя больше возможностей. Да, но так уж выходит, что сделать мы этого не можем. Или вы думаете по-другому? Нам нужно больше пространства. Было бы глупо недооценивать наши способности. Мы многое можем, ведь так? Спасибо. Я бы хотела сказать вам спасибо за вашу интересную речь. Надеюсь, мы еще сможем ее дослушать. Ну, раз уж сейчас мы обсуждаем нашу ситуацию, то я хочу сказать, что я люблю преодолевать. И когда я имею дело с каким-то вызовом, я раскрываюсь по-настоящему. И мне кажется странным, что вся наша группа должна подстраиваться под ее самого слабого члена. У нас ведь все-таки конкуренция, и лучших следует вознаграждать. Я искренне аплодирую твоей чудесной мизансцене. Я обобщу все, что уже было сказано.
Все началось с того, что речь была прервана из-за несогласия с неслушателями. Затем начался философский спор, который перерос в дискуссию, чтобы каждый мог высказаться. И все закончилось установлением конкуренции между всеми нами. Нет, я правда считаю, что этот разговор прошел очень интересный путь. И, Тома, вначале ты сказал, что хочешь реализоваться в обучении. Мне показалось это очень интересным. Ты не мог бы объяснить? Роуз, мне кажется, Тома хотел сказать, что каждый сам должен решать, кем ему становиться. Может быть, нам всем нужно задуматься над тем, кем мы станем, если превратимся в абстрактную рабочую силу. Опять ты со своими бесполезными абстракциями. Я клетка, я клетка. Но зачем мне поддерживать жизнь в большом организме? Нет, я так не хочу. Нет-нет, пожалуйста. Критика должна быть конструктивной. Давайте вернемся к нашей дискуссии. Вместе мы пытаемся оптимизировать ваше обучение. Вы подняли очень серьезные вопросы, которые, несомненно, требуют отдельного рассмотрения. Вы сделали меня очень счастливым. Я едва вас знаю, но уже вижу, как вас волнует ваше сегодняшнее положение, потому что вы рветесь принять участие, потому что вы не готовы мириться с текущими условиями, потому что вы намерены идти вперед. И это именно тот настрой, который нам нужен. И если кто-нибудь спросит, кто победил в этих небольших дебатах, то я скажу: вы. 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 Мы все победители. Мы все победители. We take this for real, but we should not agree to this.
We